Их связала не музыка, а танцы. Она перешла в 10 класс, приехала домой на каникулы. Он только-только поступил на службу в погранзаставу на советско-китайской границе. Суббота, вечер, твист. Как раз я его только научилась танцевать. И никто даже не верил, что я его умею. Вот. Я прихожу к подружке, она говорит: ты представляешь, на заставу прислали 2 лейтенантиков молодых, и оба не женаты. Я говорю: так сегодня же танцы. Один меня пойдет провожать. Евгений Михайлович пошел. Это было в 67-м году. В 70-м сыграли свадьбу. Это была любовь с первого взгляда. У многих проходит со временем, но это не про Симоновых. Они до сих пор понимают друг друга без слов. Вот вы представляете, если только я что-то плохо себя чувствую, я вообще-то молчу. Ну, бывает. А он видит это и говорит: ну-ка посмотри мне в глаза, что-то тебя беспокоит. Я говорю: да нет. Ну, он даже вот стоит мне в глаза ему посмотреть, это мне не надо ничего говорить. 50 лет как один день, 2 детей, 2 внуков, они гордость и главное богатство Симоновых. Золотые юбиляры уверены, без ссор и трудностей семейной жизни не бывает. Просто нужно уметь мириться, но признаются, это приходит со временем. Если он что-то там сказал, ну мы, я что-то там сказала, и тут же, через 2 минуты, мы опять что-то там говорим, вроде как ничего и не было. Вот и вам, молодежь, также советую. Я ей говорю. Это нормально, нормально. Это не ссорятся только, наверное, может быть, нездоровые люди. Лучше человека, как моя супруга Татьяна Ивановна, я не знаю. Поэтому, конечно, и... были трудности, были проблемы, но мы их как-то вместе решали. Ни дня без дела – это еще один секрет счастливой семейной жизни от Симоновых. А в частном доме забот всегда много. Сегодня хлопотали над праздничным столом. Думайте вместе, да. И говорите одни и те же слова. Вы знаете, если он в Москву поедет, вот там по делам, я не могу ничего делать. Я только жду, в окно смотрю, я жду и жду. Вместе и навсегда. Для молодоженов – красивое пожелание. Для Симоновых – реальность, которую они создали сами. Терпение, мудрость и, конечно, любовь. Не время от времени, а изо дня в день. И тогда долго и счастливо будет не только в сказке. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».